Второй день визита делегации из Катара продолжился в Джерахском районе. Горную Ингушетию чрезвычайный полномочный посол посетил перед отъездом. Гости ознакомились с горными достопримечательностями региона. Посол отметил, что особое впечатление на него произвел башенный комплекс Вовнушки. После насыщенной культурной программы делегация в сопровождении представителей правительства республики отправились в аэропорт Магас, откуда гости отбыли в Катар. Состоялась, конечно, официальная встреча, где обсудили ряд важных двусторонних отношений, вопросов. В ближайшее время намечается визит главы Ингушетии Минзбека Евкурова по приглашению эмира Катара в Катар, где будет обсуждаться ряд и экономических вопросов, и отношения между нашими народами, и в культурном отношении, в культурных отношениях, и ряд других вопросов.